Давайте. Чуть-чуть туда спина развернуться, туда спина разворачивайся. Вот так вот, да, вот. Чтобы по диагонали был. Ага. О, хорошо, все. Так, и на коленях тоже вот вставай. Колено сюда, а этим упираешься. Право. И руку откидываешь куда-нибудь, подожди, откинь назад. За грудную клетку, да. Угу. Нет. Одновременно. Никак. Да. Так, ногой толкай вперед туда, колено. О! Ну, что-то не одновременно тебе получается. Не одновременно. Корпусом работаешь и все. Вот, во. Скручивание. Во. Вот так вот, да. О, отлично. Три. Да. О. Прям хрусты, да, слышишь, да? Все хорошо. Хорошо. Сколько хрустов было? Много, да? Да, хруста три было. Давай пять. Мастерство учеников растет непонятно, а по часам. Да. И в эту сторону, в обратную. Саша вообще молодец. Колено. На колено. Вот здесь тоже. Он и так уже вывернул. Да. Да. То есть мы понимаем, да, что мы ничего не ломаем, не тянем. Это на самом деле вот легкое движение. Ну да. Сюда. Ну, с пальцами. Значит, надо сначала вот так растянуть их. Вот ты растянула. Так? Да. И теперь вот эти позвонки, которые вниз идут, да, с колес, вот под, так, подбираем, да. Взяла. Можно ладонь на ладонь положить, так сильнее пальчики будут. Вот так. Да, вот так, да. И тяни вверх одновременно. И так же растягиваем здесь, да. Или нет? Да, растягиваем вверх. Так, да? Да. То есть вверху мы растянули, подготовили вакантное место, а, и внизу надавили и поджали. Локтями ты растягиваешь, растягивай. А тут поддавила и поджала. Вот, молодец. А теперь, если мы повернем его на другой бок. Так.